Всем привет, с вами повар Неломоп. Сегодня мы играем в игру под названием Cooking Simulator. Симулятор готовки, симулятор кухни или что-то в этом роде. Значит, у нас тут есть пропустить подготовительную фазу. То есть мы должны тут поубирать что-то, почистить. Вот тут какой-то есть у меня бульон. Большая кастрюля. Мне не стоит сейчас ее избавляться от нее, потому что, может, мы сейчас будем что-то готовить. А у нас есть вот кастрюля еще с утиным бульоном. Большая кастрюля. Может быть, она нам пригодится еще. Я всегда успею вылить это в урну. Может, сейчас будет заказ у меня на это дело. А тут я приготовил вот... Вот тут у меня радио играет. Регистрация кукинг. Хорошо, мы теперь с вами должны начать, наверное, уже игру. Пропустить фазу. Идем, ждем. Я все подготовил, по идее. Тук-тук-тук. Ну уже, сделай все в лучшем виде, или мы потеряем звезду. Так, мне нужно приготовить что? Продукт стейк 220. Приправа, соль, черный перец. Обжарьте в течение 45 секунд с каждой стороны. С каждой стороны. Мы можем здесь жарить стейк? Сколько там было стейка? 220. Стейк. Нужно присесть. Стейк. Один штучка. Памц. Ложим. Памц. Кладем. Или ложим. Как правильно? Кладем или ложим? Так, соль, черный перец. Сол. Черный перец. Давайте под... Раз. Два. Три. Четыре. Молодец. Умница. Лучше всех. Лучший повар в мире. Не ломал. Так, берем. Так, соль. Аккуратно. Раз, два, три, четыре. Можем, кстати, его тоже вот здесь подставить. Тут удобно. Что дальше? Черный перец, соль. Обжарьте в течение 45 секунд с каждой стороны. Переложите на тарелку, подавайте горячим. Картофель фри. Возьмите продукт картофель, приправа, соль. Порежьте ингредиенты картофеля на части по 15 грамм. Обжарьте во фритюре в течение 30 секунд. А где фритюр? Это фритюрница? Или это фритюрница? Я не знаю, что такое фритюрница. Это для меня было... Вот это, наверное, оно. Нужно масло наливать туда внутрь. Я не знаю, как это... Это фритюрница? Ребята, кто мне может подсказать? Боже, какой тупой. Так, это что? Это мыло? Точно мыло. Напшикал мыло. Я не знаю, как мне готовить этим пользоваться. Картофель фри. Ладно, давайте обжаривать 45 секунд с каждой стороны. Давай, включаем. 45 секунд. Поехали. 45 секунд, пускай жарится. О, жарится. Мы должны только понимать, что нам сейчас понадобится вот эта штучка. Оп. Сейчас мы, короче, должны ее как-то где-то поставить так хорошо, чтобы мы могли вовремя ее схватить сразу же и перевернуть, когда у нас зазвенит будильник. Картофель? Ну, давайте пока картофель принесем. Оп. Сколько нужно было картофеля? Так, мы сейчас будем переворачивать. Быстро. Берем. Оп. Берем. Готово. Лучший повар в мире. Настроить. 40 минут. 40 секунд. Все, жарится. Картофель. 300. А тут сколько было? 150. Две картошинки. Картошинка. По 15 грамм, правильно? Соль, приправа 6. По 15. Тяжело. Как это мне? Как мне тебя порезать по 15? Слушай, картошка. Надо тоненько. А, черт. Ай. Тихо, ты меня тут это самое, ты тут это самое меня. Не шуми, короче. Я тут вообще-то тут великими делами занимаюсь, тут отвлекает меня, тут такие, смотри какие. Ай, ты что, куда прыгаешь? Картошка, что себе позволяешь? О, да что ж ты будешь? Куда она? Да что с ней творится? Картошка! Только не это! Картошка! Картошка-морковка. Почему она так прыгает? Это непостижимо.
Да что ж такое? Как это понимать? Куда она пропала? А! Она просочилась вниз. Картошка? Что с ней не так? Что с этой картошкой не так в этой жизни? На! 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 Она не режется! Ну что мне с ней делать? Ребята. А это? О, это режет. Я не могу теперь с той картошкой справиться по-людски. Она не режется. Ну что, что мне здесь делать? Может, какой-то нож у меня неправильный, слушайте? Может, какой-то нож кривой? Так, ладно. Надо было фритюрницу куда-то запихнуть. А где эта фритюрница? Приправа, 6 грамм. 6 грамм, 6 грамм, 6 грамм. Смотри, что делать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, готовчик. Теперь надо ее как-то запихнуть в фритюрницу. Я не умею этим пользоваться. Картофель и фритюре в течение 30 минут положите на тарелку, подайте горячим. Оп, пошли, пошли, пошли. Картошка, только не, пожалуйста, не падай. Не падай. Надеюсь, это оно. Я не могу на ее сбросить, что ли? А, я могу ее перевернуть, наверное. Бросить. Пригнуться. Сприт, детальное управление. Чик. О, вот так, идеально. Чё она не переворачивается? Нельзя туда положить. Как тебя это... Ой, картошка вся рассыпалась. Это из-за вас все. Так, ладно, собираем. Клиент будет недовольный. Масло налил? Хорошо. Что теперь? Поднять масло, опустить масло. Как этим пользоваться? Алло! Я не понимаю! Я просто не знаю, как этим пользоваться, не умею. Я не было в обучении нигде у меня. Так, собираем картошку. Картошка, иди сюда. Как это... Можно заключить? Ребята, не умею, простите. Вот так. Она не сваливается еще к тому же. Как этой фритюрницей пользоваться? Нужно какую-то специальную штукенцию ее поставить, наверное. Может, я просто не понимаю, какую. Еще две картошки потерял. Так, сюда. Я аж вспотел, бедный. Может, я тут должен был что-то купить специальное? Вот здесь. Жидкая утварь разная. Табурет, бочка светлого пива, утварь. Вот здесь, может, друшлаг, контейнер для космического резчика, лопата, маленькая кастрюля, нож, пластиковая миска, противень, разделочная доска, сетка для фритюра, наверное, это оно, сетка для фритюра. Здесь подешевле купить. Ой, что я нашел? Я нашел, кажется, сеточку. Надеюсь, что я теперь смогу осуществить свою мечту и пожарить картофанчик, сделать идеальным картофанчик. Блин, классно. Так, теперь наполняем ее, по идее, маслом. Так, что дальше? Детальное управление. Повернуть, сдвинуть по вертикали. Запихнул, ребят. Как я потом это достану оттуда? Ну и что? Так, мне нужно держать это, что ли? Это какое-то издевательство над человечеством. Сколько там было времени нужно было ее держать? Но она вроде как подрумянивается. Повернуть, детальное управление бросить. Закончить день большим суммой день. Боже ты мой, что я делаю? Она, кажется, стала более румяной. Да, она подрумянилась немножко. Немножко. Сколько такого времени нужно ее держать? Нужно себе будильник было завести, наверное.
Так, а я там себе уже, в принципе, все остальное приготовил. Ну, хватит, наверное. Ой, все, хватит тебя, хватит. Турелку, берем турелку. Ставим. Чик. Турелку. Оп, аккуратно. Тик, мясо забираем, стейк. Все, готовчик. Украшения, да что же вам, все. Веточка розмарина, 10 штук. Веточка розмарина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Только мне посмейся, значит тебе что-то не понравилось. Я тебе это не знаю, что сделаю с тобой. Я так старался. Так, подать. Стейк с картофелем фри. Тынц. Время неплохое, скорость. О, общий счет. Смотри-ка, мне еще денег заплатили. 78 центов. Нормально, гость доволен. А жалобы что? Вкусы идеально, техника. Украшения из розмарина. Неправильное количество... Чего? Я вроде бы так, как нужно, добавил. 10 штук, или я что-то обсчитался. Ну ладно, все равно неплохо. Но как-то я думал, что это самое... Следующее блюдо. Ну я справился. Молодец. Разобрался. Так, жареные креветки. Так, это где-то у меня уже было. Я такое уже что-то готовил, по-моему. Это не оно, случайно? Не, это стейк. Уже остыл. Придется заново, походу, готовить. Топленое масло. Так, добавки на сковороду, ингредиенты. Топленое масло 30 мл. Сковороду. Где вам сковороду? Вот она. Топленое масло. Есть такая у меня функция. 30 мл. Я такой функцией обладаю. Есть такая возможность. Смотри, лью. Раз, чик. 20, чик, 32. Ну ладно, чуть побольше. Ничего страшного, я считаю. Чуть-чуть побольше. Так, соль, 10 грамм. Сол. Где сол? А, я тут ее оставил. Хорошо, что у меня память работает. Хорошо. Я бы что искал, по всей кухне бегал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 там было, то я уже забыл. 10. О, память работает. О, молодец, умный. Умный повар, умный. Так, дальше. Черный перец. Черный предперец. Черный, как монстр в твоей кладовке, черный. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Хорошо. Так, дальше. Креветки, 120 грамм, которые мы будем жарить. А можете сковородку, например... Подойти сюда, открыть. Ой. Открыть, оп. Креветки. Раз. Два. 20 грамм. Это мне нужно 5. 3, 4, 5, 6. По идее, 6 креветок. По идее, если я правильно поматематировал. Поматематировал. Да, 120 грамм, все доброе. Креветки, жарьте 50 секунд, пережите все в глубокую тарелку, подавайте горячие. Сколько, 120? 50 секунд, 120, 50. 50 секунд. Поджог. Смотрим. Так, подавайте горячим дольки лимона. Порежьте какую глубокую тарелку. Порежьте ингредиенты лимон 80 грамм на четверти, 20 грамм положите на тарелку. Украшение свежая петрушка 6 грамм. Лимончик нужен, лимончик. Лимончик. Так, раз, 80 грамм. Куда доска? Где доска моя делась? Где моя доска? А, вот она, фу, испугали вы меня. Это же не экономия. Пускаем. Так, лимончик. Так, тут все хорошо. Я доску должен вернуть на свое законное место. Там, где она должна лежать по праву. Так. Все вроде... У меня беда случилась. Одна креветка сверху стояла. И она не поджарилась. Она белая. Нет. Что делать? Креветка, как ты предательница. Предательница, одна креветка. Так, 50 секунд. Режем лимон, ладно. Режем лимон. Все, не слава богу. Раз, два.
фигово я режу, ребят. Ну, такой уж у меня, такой уж с меня резака, простите. Так, что мы делать должны сейчас? Тарелку глубокую, быстро, 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 быстро. Быстро, говорю, быстро, 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 быстро. Глубокая тарелка, тарелка глубокая. Раз, два, три, запоминайте, что делаю. Четыре. Пригодится вам в будущем, когда будете в ресторане работать поваром. Ключа. Одна креветка упала. Как меня поднять теперь? Так, подожди, подожди. Там сколько было секунд? Тык-тык-тык-тык-тык. Присел. Физкультура, присел. Оп, поднял. Все. Ничего у меня не падало. Ничего у меня не падало. Не было такого. Не было. Никто не видел. 20 секунд. Пошли, пошли, пошли. Все. Пускай это дожаривается. Лимончик. Лимончелло. По 20 грамм. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Сколько там было этого самого? Свежая петрушка, 6 грамм, четверти, 6 грамм петрушки. 6 грамм петрушки, идем за петрушкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, я переборщил с петрушкой. Ничего. Пускай жрут, нечего выделываться, да? Пускай будет. Все, красота какая, боже, я бы сейчас бы так креветок съел с лимоном. Ладно. Держим себя в руках. 40 секунд. Подаем. Я больше петрушки ему навалил. Больше. Что он скажет мне на это дело? Путь к славе номер 3. О, сколько звездочек! Меня... Но больше я ему навалил. Я ему больше... Можно было ему дать побольше креветок, чтобы он мне еще больше... 22 мне дали поварешки. О, жалобы гостя. А жалобы что сказал? Техника петрушки. Неправильное количество продукта. Петрушки слишком много. Ну я же так от души тебе так по-братски отсыпал, а ты такой не... Ой, зря. Видимо, не надо добро делать для людей. Не надо. Так, звенит будильник. Будильник звенит. Так, тут у нас что? Что-то тут у нас шипит подозрительно. Новый заказ, дамы и господа. Смотрим. Картошка, филе лосося. Ну, тут у нас явно не лосось. Явно не лосось. Значит, будем готовить сначала все, да? Филе лосося. Возьмите продукт, приправа, черный перец. Добавьте на ту же сковороду ингредиенты. А у нас сковородка чистая. Соус. Получился соус. Надо ее теперь помыть, а тут сковородку, слушайте. Ту-ду-ту-ту-ду-ту. Как ее теперь тут... Как ее помыть, эту сковородку? Вот так. Все, помыл. Сковородочка чистая. Смотрим. Так, что там было? Филе лосося 120. Филе лосося. Лосось. Филешка. 110 там, наверное, было, не 120. Опч. 110, правильно. Соль, черный перец по 5 грамм. Ту-т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 у. Раз, два, три, четыре, пять. Хорош, 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 хорош. Хорош, сушеный тмян. Подождите-ка, а что там еще было? Соль, черный перец. А вот соль. Так, добавляем. Раз, два, три, четыре, пять. Так, это вроде бы блюдо несложное. По идее, но времени очень много. Добавьте на ту же сковородку ингредиенты. Подсолнечное масло, 10 мл. Подсолнечное масло. Чикс. 10. Аккуратно льем. Аккуратно, говорю. Не переборщить. Экономить. Экономия. 11. Все, меня уволят. Уволят меня. Уволят. Так. 10 филе лосося. Я добавил. Соль. Порежьте. Пожарьте в течение 60 секунд с каждой стороны. 60 секунд с каждой стороны. И там по 6 секунд. Переложите на ту же тарелку. Подавайте горячим. Вареный картофель. Так, вареный картофель сейчас будем использовать. Надо поджигать. 60 секунд, это минута. Все, процесс пошел. Процесс пошел, пацаны. Пацаны, суп. Все, процесс пошел, хорошо. 60 секунд, потом перевернуть. Можно отключить. Вода, литр. Литр воды, литр воды, литр воды, воды, воды. Литр воды, литр воды, литр воды, литр воды. Четенько, четенько, профессионал, профессионал, профи, профи, просто профи. Просто нету слов, профи. Так, добавьте котлетки, соль, 20 грамм. О, много. 20 грамм целых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Устал, устал, устал.
Вода, соль, картофель. Три штука, по идее. Она по 100 мили... По 100, по-моему, имеет. О, тихо. Отключаем. Оп. Так, быстренько. Я отключил. Я хитрый. Поднял. Есть контакт. Молодец, умница. Просто идеальный повар. Господи, ну в каждый такой повар хочет себе иметь. Так, 60 секунд, минута. Пошла жара. Двигаемся с вами дальше. На что мы там? Картофеля 2 еще должны были загрузить. Картошечка. Оп. Картошечка. Ну же. Надеюсь, что все хорошо. Как-то маловато оно выглядит. Как тебя поставить, чтобы оно все нормально сварилось? Как-то волды маловато выглядит. Так, картофель 120 секунд. Это 2 минуты. Или нет? Может, и не 2 минуты. Может, там по секундам секундомеры. А я постоянно считаю, как минуты уже. О, может быть. Я ее что-то, может, туплю? Так, ну ладно. Может быть, я и туплю. Я что-то не понял. Ничего не понял, что я сделал. Но это я зажег? Зажег. Оно варится. Время пошел. Соль, вода. Соль я добавил. Картофель добавил. Варите. Варю. И что еще? И просто вот так вот потом... А 2 картофели надо было поставить? А я 3 поставил! 2 по 150 будет 300. О-о-о-о! Ну, одну сам съем. Ладно. Хорошо. Что там? Оно еще не готово, наверное. Ну, не... А вот как-то там как-то не сильно не дружат, по-моему, картофель. Вот. Его готовка. А твоя готовка какая? Вроде бы филе не до конца сгорело. Так, ладно. А какой тарелку нужно? Так, положите на тарелку, подавайте горячую. Мне указано, какую тарелку, надо подешевле взять, наверное. А цен не вижу тарелок. Тогда обычную возьму. 4 цента. А тут большая тарелка, не видно цены. 5 центов. Берем, короче, какую-нибудь. Так, теперь сюда у нас, значит, лосося. Приправ там не было никаких, правда? 30 секунд написано еще. Не было тут приправ никаких? Ингредиенты, лосось... Ничего не вижу. Соль, там это все дела, дрова. Вроде бы все нормально. Сейчас достану 2 картошки, которые внизу. Сверху, может быть, они... А, вот, ну, вот оно уже все идеально. Можно уже забирать? Наверное. А что по времени? 12... О, вроде тогда правильно все посчитал. Чего я пугался из этого дела? Это будет красным становиться, да, следующая полоска уже? Типа, она портится уже. А, вот, я могу забирать. Она стала зеленоватым цветом. Вот, и выключаю. Картошку одну себе съем. А ты не шуми, ты мне не раздражай, пожалуйста. Ты не шуми. Давай, все, понесли. Надеемся, что сейчас будет у нас все хорошо. Красиво выглядит блюдо, очень красиво, согласитесь. Идеально, я бы сказал даже. Подаем. Маэстро, не ломок. 28 поварюшек получил. 63 до этих цента. Жалоба гостей на что? Стейк лосося. Ошибки при нагревании. Вареный картофель, соли мало добавил. Но я 20 грамм добавлял, не знаю почему. Температура идеальная. Что-то с лососем я там немножко не так пожарил. Была у нас красного цвета там, да, полоска? Так, на сегодня все. Завершите работу и принимайтесь за уборку. Вот. И я о том же говорю. Я бы очень сильно хотел навести порядки теперь здесь. Ну, именно типа вот это как-то протереть. Мне не нравится, что здесь у меня такой бардачок. А как здесь наводить порядки? Я могу детальное управление нажать. Теперь могу как это сдвинуть. О, вот так вниз. И оно, видите, болтыхается. Оно не хочет тут мыться, как будто бы. По вертикали двинуть. По горизонтали. Как двинуть? Не хочет он его мыть. Ну никак. Смотрите-ка, я пытаюсь. Хочу было, чтобы у меня что-то чисто было. Как это мыть? Я не умею. Не получается. О, вымыть. Где? Я нашел. Назад. О, наконец-то, боже, это свершилось. Это мне нравится тоже. Я хочу тоже вымыть. Детальное управление. Повернуть. Пригнуться. Как это мыть?
Как это мыть? Вымыть, Е. Оно не моется, пацаны. Я стараюсь, я тру. Надо клининговую компанию вызывать. Не трется, ну ничего. Ты хоть ты тресни. Так, бросить, повернуть, вымыть. А чего оно не моется? Что, все, теперь до конца моей жизни тут будет такое пятно внизу, мне не нравится. Ладно. Так, тут у нас еще вот кастрюля, которую можно немножко подогреть. И, в принципе, готовое блюдо. Это я пока куриным бульоном кастрюлю тоже не выкидываю. У меня есть кастрюля с картошиной одной, которую могу сожрать. Еще вот это мне хотелось на место вернуть. Вот это тут, я тут обычно разделаю. Мне тут удобно, только хочу это ровно поставить, наверное. Можно вообще поровнее? Не, ровно не хочет ставить. Нож, мы тоже сюда должны вернуть. А где мой нож? Вот мой нож. Вот мне понравилось, что вот этой штукой я разобрался. Я боялся, надо тоже тот будильник, чтобы у меня был. Этот будильник относится у меня, к примеру, чтобы этим пользоваться. А тут есть где-то еще будильники? А можно себе купить еще один будильник? Я бы на такое дело я бы потратил бы денежек. Таймер. Вот, купить. Все, можно все что угодно, дайте только денег. Дайте денег им, смотри какие. Так, вот здесь типа завел себе будильник. И поставил его. И пошел себе потом уже опускать все. О, картошка валяется. Никто не видел. Сейчас я тут съем. Ладно, не съем, выброшу. Вроде бы теперь у меня все красиво, все сделано. Только я еще... Единственное, что я не знаю, для чего нужна вот эта штука. Что это такое? Как это? Как это называется? Я не знаю, что это такое. Я вижу, что она такое, как будто бы тепло какое-то выделяет. Не знаю. А тут это что такое? Это кофемолка, по-моему. Это что? Чашка комбайна. Я могу какие-то коктейли еще потом готовить. Микроволновая печь. А как ею пользоваться? Есть кнопочки всякие. Боже, какая техника сложная. Это что такое? Скорес. Ой. Два. Что это такое? Я не знаю, какая-то игра. Дартс, что ли? Так, а подожди-ка. А вот тут у нас можно было заглянуть еще сюда. Точно. Тихо. Я же заработал новые штучки. 28 поварешек у меня есть, я могу себе купить. Вот это то, что у меня есть рецепты, пока что так скудненько в нашем ресторане. А это то, что я могу себе купить новое. Ой, боже. Бифштекс с косточкой на гриле с печеным красным картофелем. 7 минут 30 секунд. Гаспачо. Это острый суп, по-моему, да, мексиканский или итальянский? Нет, наверное, мексиканский. Говяжья лопатка на гриле с печеным картофелем. Лосось со спаржей. Это простое, по-моему, блюдо. Обжарить лосось и спаржа. Как мне спаржу готовить? Это красивое, простое куриное жаркое с тыквой. Ух ты! Гамбургер. Это уже на втором уровне. Давайте по очереди покупать. Купим бифштекс с косточкой на гриле с печеным красным картофелем. Обжарьте на гриле в течение 70 секунд. Обжарьте на гриле. Наверное, это и был гриль. Вот это такое ребристое, это был, наверное, гриль, да? Бифштекс с косточкой на гриле. Возьмите продукт, бифштекс с косточкой 680 грамм. Такой здоровенный, большой такой кусок мяса. Соль 7 грамм, поперчить 7 грамм, молотый болгарский перец. Обжарьте на гриле в течение 70 секунд с каждой стороны. Это долго блюдо готовится, слушайте. Положите на тарелку, подавайте горячим. Печеный красный картофель. Красный печеный картофель? Возьмите продукт красный картофель 300 грамм. Приправа соль 9 грамм. Порежьте ингредиент репчатый лук 120 грамм на части по 20 грамм. Добавьте на противень ингредиенты красный картофель, репчатый лук, то есть эти две штуки, которые мы выше купили. Поставьте в духовку на 60 секунд. Переложите на тарелку, подавайте горячим. Не, это классное блюдо. Очки готовки 7 штук. Репчатый лук, красный картофель у нас еще не было. И бифштекс с косточкой тоже. Покупаю себе это дело. Для этого рецепта нужны новые ингредиенты. Почти в магазине или кладовой. Ну, я понимаю. 12, что? Вот это еще. Давайте купим еще что-то. Почему нет? Бифштекс с косточкой, новый ингредиент в нашем арсенале. Ищите новинку в магазине и кладовой. А это стейк тунца на гриле. Тоже на гриле. Возьмите продукт тунец. 200 грамм. Приправа соль, черный перец. Обжарьте на гриле в течение... 60 секунд с каждой стороны. Но долго он готовится. Переложите на ту же тарелку. Подавайте горячим. Ломтики лимона.
Порежьте ингредиент лимон 8 грамм на четверти по 20 грамм. Переложите на ту же тарелку. Это легкое. И веточка... Ого, веточка орегано. Такого у нас еще нету. Появится, скорее всего. Все, все очки потратил. Все до одного. У меня больше нету очков. Все. Закрываем. Все. Нужные ингредиенты должны появиться. Мне говорят сверху. Тунец. Вот они, да? Веточка орегано. 1 цент стоит. Присмотримся поближе. Ну, вот такие вот штуки у нас появились. Новый ингредиент, веточка, хорошо. А вот это, короче, мясо. Бифштег с косточкой. Вон там косточки кусок видно. А там тут что-то еще было. Подождите-ка. Форель, это нам уже все привычное. Вот это, наверное. Да, оно? Тунец. Тунец тоже, мясо тунца большое. 7 стоит центов. Так, закрываю это добро, приспускаю холодильник. А тут что? Можно регулировать, выключать? Не, температура указывает мне. Хорошо, мы можем заключать фазу. Уборку я какую-никакую навел у себя здесь. День 8 пройден, вот у меня опыт, слава, поднимается все. Вот скоро у меня будет 2 уровень уже. Нажмем общий доход. Я сегодня вышел, расходы 86 центов я потратил на все свои приготовления. Доход от блюд 396. Доход от чаевых, что-то чаевые мне давали немножко. Я сегодня впервые за все последние мои серии успел приготовить все 3 блюда, кстати. Я уже набил себе немного руку, я уже по Шурику все делаю. Уровень 6, начать новый день. Ну да, наверное, навыков никаких там не дают мне. 9 день. Но мы сегодня уже не будем в 9 день, понятное дело, играть. Мы только так загрузим, сейчас посмотрим, что нам будет говорить. Наверное, будет приготовление день, я так подозреваю. Вот, бифштег с косточкой на гриле с печеным... Вот такое сегодня блюдо дня. Бифштег с водочкой на гриле, с печеным красным картофелем. Мы открываемся через час, используя это время, чтобы подготовиться к работе. Вполне вероятно, что я вот сейчас сохраняю игру. На Ниломопа сохраняю. Перезаписать. Я могу, если бифштег с косточкой сейчас у нас блюдо дня, это, скорее всего, подсказка, что у меня есть 3 минуты, что из этих 3 минуты могу уже, в принципе, начать себе что-то уже готовить, даже приготовить блюдо уже, наверное, могу, и уже буду в выигрыше, когда начнется новый день. Но все равно на этом ролик заканчивается. Спасибо всем за просмотр, что с вами был Ниломоп, величайший повар всей этой самой, всей Руси и всей планеты. Повар, вот моя кухня любимая. И она с вами тоже прощается. И я прощаюсь. Ух ты. Свет можно регулировать. Я не знал, слушайте. Можно потемнее сделать. Можно поярче сделать. Все. Всем пока-пока.